Всем привет! Вещает Древняя Генджа. И что интересно, вещает из Украины. Друзья, пока еще вещаю, но вы сами понимаете, что мы в Украине все в ожидании войны. Поэтому я могу в любой день прекратить свои трансляции и уйти защищать свою страну от наших братьев-россиян. 10 раз подумайте, друзья, перед тем, как брататься с Россией. Иметь такого брата опасно для жизни. Итак, новость под таким названием. У Жириновского проблемы с мозгом. В конце предложения стоит вопросительный знак. Я так понимаю, что вопросительный знак ставят для того, чтобы не привлекли к уголовной ответственности за унижение достоинства человека. На самом же деле это не вопрос, это утверждение. Цитирую новость. Российский политик продолжает находиться в стабильно тяжелом состоянии. Состояние председателя ЛДПР Владимира Жириновского, по данным телеграм-канала 112, оценивается как стабильно тяжелое. Однако его здоровье находится под большой угрозой из-за воспалительных процессов в мозге. Политика подключили к аппарату высокопоточной ИВЛ. Жириновский находится под постоянным наблюдением медицинского персонала Центральной клинической больницы Москвы. 9 февраля стало известно, что Жириновского госпитализировали с коронавирусной инфекцией. Различные СМИ сообщали, что он находится в тяжелом состоянии с двухсторонней пневмонией. Оценки поражения легких политика варьируются от 30 до 75%. Друзья, как по мне, так это не новость. Насчет мозга, так у Жириновского всегда наблюдались какие-то воспалительные процессы в голове. Это хорошо было заметно по его неадекватным заявлениям и поведению, а вот пневмония, так это понятное дело. Видать, слишком широко рот свой открывал, и вот простудился. А если не станет Жирика, так Путин другого шута себе возьмет. Скучать, друзья, не придется.